Всем здравствуйте! Меня зовут Виктория Крас. Я фотограф новорожденных и малышей до года. 3 года назад я увидела такие нежные, красивые фотографии крошечных малышей и влюбилась в них. Поэтому мне захотелось самой создавать такую же красоту. И я прошла обучение по ньюборн-фотографии. Фотосессия новорожденных – уникальный вид съемки, которая проходит с 5 по 14 день жизни малыша, потому что именно в это время ребенок хорошо спит. Фотосессия обычно проходит дома у малыша. Туда я привожу все свое оборудование и реквизит для фотосъемок – обмотки, костюмы, корзинки, маленькие вязаные игрушки. По желанию клиента я могу провести съемку в студии. Во время фотосессии я укачиваю малыша, переодеваю, укладываю в милые позы. Позировки, в которые я укладываю кроху для кадра, в этом возрасте абсолютно безопасны, потому что малыш помнит положение, в котором он был в утробе у мамы. Что для меня фотосессия новорожденного? Фотосессия новорожденного – это уникальная возможность сохранить самые нежные, трепетные минуты жизни вашего малыша. Я хотела бы, чтобы каждая мама, смотря на эти фотографии, перенеслась в то время, когда ее малыш был таким крохотным и пах молочком.